В городе-курорте краевая акция проходит в гипермаркете «Магнит» на Анапском шоссе и в торговом центре «Красная площадь». Часто пожелания детей достаточно простые. Те, кто хочет помочь, могут выбрать из нескольких вариантов. Собирать подарки помогают волонтеры. Здесь же можно пожертвовать средства в благотворительный фонд помощи детям «Край добра». Активен народ. С утра как бы еще не очень, но позже уже идут люди, заинтересовываются, берут снегирей и туда заходят. Вот уже к нам приносят люди, деньги бросают, и по 1000 есть бросают. То есть народ активен.